Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас всех на моем канале. Сегодня я предлагаю вам вместе со мной сделать вот такую вот замечательную открытку на 23 февраля. Делается она совершенно легко и быстро. Ну а перед началом просмотра ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Начнем! Нам понадобится двухсторонняя бумага, один лист картона, клей, ножницы, и заранее я подготовила такие вот запчасти. Это кармашек, галстук и пуговка. Для начала мы вот так вот сделаем. Согнем листы с двух сторон к середине, чтобы вот так у нас было. Пока отложим, возьмем картон и вот такую вот бумагу и приклеим вот так вот. Здесь, чтобы у нас на сантиметр выступало. Клеим. Теперь мы сделаем вот так вот, не до конца, прорежем. Смажем уголок и вот так вот приклеим. Теперь возьмем заранее подготовленный галстук, намажем вот здесь сверху кончик и приклеим вот сюда. То же самое мы сделаем с кармашком. Теперь отложим нашу эту заготовочку. Здесь примерно вот так вот мы сделаем, отрежем вот так вот две полосочки с одной стороны и с другой. Теперь вот так согнем наискосок. Аналогично сделаем с другой стороны. Теперь мы возьмем клеем. Так слегка смажем с двух сторон вот так. И немножко вот здесь, совсем тоненько. И склеим вниз. Возьмем кружочек
иди сюда. Теперь вставляем вот так. Вот так вот. Здесь можно написать надпись. Также вот сюда можно сделать вот так кармашки. Обычные квадратики. Спасибо за просмотр.